когда для девушки укладка – это не визит к стилисту, а упаковка парашюта. На данный момент у меня около 30 прыжков. А в дамской сумочке, кроме косметички, есть кое-что еще. У каждой девушки свои игрушки, а у меня вот такие. Необычная профессия обычных девчонок. Я горжусь, что они вот стали военными. Доказать, что армия – место не только для мужчин. Одни не понимают, что здесь делают девушки. Вопреки всему, идти к своей цели, даже когда другие против. А в итоге, когда прошли соревнования, все просто обалдели. И стать абсолютной чемпионкой международного военного конкурса. А вот мои награды за воинсодружество. Студентка, спортсменка, десантница и, наконец, просто красавица. Анна Ковалевская в проекте «Наши военные». Смотрите в понедельник после «Панорамы» на «Беларусь-1».